Сегодня, дорогие друзья, мы займемся с вами тем, что планировали вчера, то есть сделать подставку для яйца. Я нашел камушек, сделал ему подкладочку картонную такую, чтобы при случае не ударилось, не разбилось стекло. Да, и потом я вам расскажу секретик небольшой. Так, здесь в середине штырь у нас, для того, чтобы можно было в случае чего менять. Я планирую сделать еще таких пару яичек, потому как виды разные, декоративные, посему пускай основа останется, а яйца можно будет менять удобно для того, чтобы, допустим, фотографировать. Для того, чтобы сделать этот штыречек туда поместить надежно, мне пришлось просверлить дырку в камне. Ну, а если у вас нет таких планок, вы можете просто приклеивать потом наверх, и все, не мучиться. Так вот, для чего картон? Дело в том, что вы когда клеите друг другу материалы с помощью термоклея, не удивляйтесь, если они у вас отваливаются. Это происходит, если вы пластмассу к пластмассе, стекло к стеклу или камень к камню. Эти гладкие предметы, им нет за что схватиться с этой массой. И они просто не держат. Поэтому в качестве такого связывающего звена я делаю картонки за счет своей волокнистой структуры. Они хорошо держат. Ну, это в том случае, когда вам, допустим, где-то в невидном месте, конечно. Вот. То есть в соединение вставляете, допустим, картоночку или бумагу там, и будет тогда более надежно держать то, что вот я сейчас как раз и сделал. Я сделал верх, потому что здесь у меня должны быть деревянные сучки еще. Вот я их наклеил. Вот у меня принесенные из леса корешки. Главное, чтобы не увлечься, и чтобы это все-таки проходило в горлышко. То есть теперь начнем обклеивать мохом. Вот я нашел такой мох, по-моему, называется оленей. Похож на оленей рога, очень декоративный. И я как раз воспользуюсь этим тем, что у меня картонная подставка. И сюда начну ее как бы прятать с помощью этого моха. Должно быть декоративно очень получиться. Вот, как я и сказал, похоже на маленькие сучочки. И вот такой у нас неплохой предмет получился. Теперь нам главное, чтобы это все поместилось в баночку. Ну вот, дорогие друзья, не прошло и 3 дней, как у нас в руках такой шикарный артефакт в не менее красивой упаковке. Я прям себя ощущаю Гарри Поттером. В общем, осталось теперь ее красиво сфотографировать. Ну и у меня есть еще пару задумок по поводу этих яиц, потом вылупившихся дракончиков и так далее, и фотографии тоже, где, как, что. То есть у меня голова полна замыслов, которые, я думаю, скоро мы с вами увидим. А на этом фирма Петерсон и я, Эдуард, прощаемся с вами. Всего вам доброго, друзья. Счастливых выходных. Пока.